Сергей Катырин отметил, Брянская торгово-промышленная палата на хорошем счету. Впечатления от региона у гостя тоже положительные. Очень меня многие вещи поразили в позитивном плане. Очень хорошие дороги нас встретили. Просто просвистели к вам сюда. Ну, то есть на правильном пути мы Там, да? Я думаю, что не только на правильном. Очень чистый город. Ну, по крайней мере, ту часть города, которую мы увидели, обновленная очень. Да, поэтому в этом плане, конечно, у вас прогресс огромный. Ну и показатели вообще выдающиеся. Я посмотрел и по промышленности, и по селу, и по количеству малого бизнеса. Вы там рекордсмены, наверное, где-то, да? Почти в два раза выше, чем средний по России количество. 440 тысяч. 38-140 уже. За 6 месяцев 1,3 миллиарда плюсом идем по доходам. Говорили на встрече о мерах поддержки малого бизнеса. Александр Богомаз подчеркнул, инструменты помощи предпринимателям должны быть прежде всего эффективными. Нужно и больше информации о подобных программах. Если мы посмотрим, то у нас там почти около 40% вырастал оборот. За 4 года. Совместная работа продолжилась на 7-й отчетно-выборной конференции Брянской торгово-промышленной палаты. Елена Лущицкая, Сергей Дюков, события Брянск.